Всем привет! С вами снова я, Аня Северинец, ведущая, и наша прекрасная гостья Машенька. Сегодня мы будем ей задавать интересные вопросы, на которые она будет давать интересные ответы. Первый вопрос. Что такое процедура? Процедура — это такая вот... Ну, если она как будто человек целого много, ему надо там какие-то там... ставить какие-то там пинцеты, там градусник. Угу. И... оставить, да? Да. Спасибо. Так, вопрос номер два. Какой самый крутой подарок от папы? Новый велосипед. Велосипед. А что со старым не так? Он сломался. Почему он сломался? Потому что мальчик упал на нем, и он сломался. А, так ехал, и такой... А-а-а, больно! Да? Да. А, давай следующее. А что такое моторика? Ну, это когда мотор так... И машина едет, когда... Угу. То есть, когда машина заводится, и у нее мотор так... Да? Угу. Интересно. А теперь скажи мне, а то мы не знаем. Кто такой ретроград? Ну, который, наверное, кто задает вопросы какие-нибудь. Кто задает вопросы какие-нибудь. То есть я ретроград? Угу. Все, мы поняли, что Аня у нас ретроград. А что будет, если день и ночь перепутать? Когда ты утром будешь спать, а ночью ты будешь играть. Во что будешь играть? Футбол. Заснёшь потом. На улице так темно. И ты только просыпаешься, берешь свой велосипед, едешь, и потом такой сломался. И потом уже самый крутой подарок от папы будет новый велосипед. Во что мы будем играть? Футбол. Знаешь, как играть в футбол? Давай, расскажи нам. Один человек стоит в волосах, и другой, надо, чтобы на ворота, надо, чтобы этот человек, который стоит на воротах, родил этот мяч. И потом остальные игроки бьют с другому, типа так. Кем хочешь стать? Певицей. А что ты будешь петь? Человечка, вот, а моя вернёт, а мне повезёт, с тобой не повезёт. Человечка, вот, а моя вернёт, а мне повезёт, с тобой не повезёт.